Часто увлечения детей связаны с идеями их подружек. Например, подружка рисует комикс, значит и дочке нужно точно так же. Данные зацепки можно использовать для толчков по самосовершенствованию детей. Например, посмотрев данный комикс двоюродной сестры и дочери, можно предложить придумать сценарий для комикса, можно предложить совместно продумать персонажа, можно поискать в интернете инструкции по составлению комиксов. Причем, заметьте, идея по обучению и самосовершенствованию будет полностью ваших детей. А это значит, что они будут с большим энтузиазмом и рвением их преследовать. Вы будете лишь помогать. Рассказывай сюжет. Итак, что это было? Это Лилия была, да, или кто? Лилия. Лилия, что дальше с ней пошло? Она сняла три академии. Так. Это ее третья академия. Она тут она просто идет по школе, ну, по академии, по лестнице, так. Поднимается по лестнице, спотыкается, падает. Тут она вспоминает, что у нее есть крылья. Она встречает главного дежурного. Он ей показывает дорогу в ее класс. Кабинет 1188. Васечки мои, какой кабинет-то. Здорово. Дальше она зашла в класс, познакомилась с учительницей, села за свободное место, и на ней стали все смеяться. Ну, то, что... Опоздала. Хотя она и в третий раз пошла в академию. Так, хорошо. Что дальше произошло? Дальше прозвенел звонок, дальше еще и рисовала пока что. Понятно, молодец. Сестры, да, комната? А да. Где кровать там или еще? Вот, это ее диван, он раздвигается. Это ее стол. А это кровать ее сестры. У них как бы комнаты поделены. Ее сторона, а это ее.